Всем привет, дорогие друзья! В этом видео мы рассмотрим компрессор фирмы Stavrolit MZB2047. Он имеет 2 47 цилиндра, мощность двигателя 2,2 кВт, 1500 оборотов в минуту, производительность 250 литров в минуту, давление 8 атмосфер, а двигатель оснащен двумя конденсаторами, вес 39 кг, ну и ресивер на 50 литров. Сейчас мы замерим, за сколько он его накачает. Одна минута 26 секунд. Это вполне хороший результат. Данный компрессор относится к категории дешево и сердито. Есть смысл брать. Всем спасибо за просмотр. Удачных покупок!